Друзья, всем привет! Время 7 часов утра, сегодня у нас воскресенье. Вот, решили разведать новые места. Выбрались с другом. Вот здесь вот где-то должно быть озеро. И в нем должны быть карасики. Честно скажу, первый раз здесь. Посмотрим, что за озеро. Если что, потом передислоцируемся в другие места. Уже вот забрались в такие кусты. Мошки грызут уши. Вот слева-справа озеро. Мы идем по какой-то вот по такой тропинке. Выискиваем место, где можно приземлиться. Итак, друзья, вот определились мы с местом. Все кругом заросшее тиной. Ну вот здесь вот вроде как такой плесик есть. Чистенький. А так вот все озеро. Сейчас приближу, покажу. Видно, не видно. Вон, видите, все заросшее. Вот это вот место единственное, где можно приземлиться после дождя. Ловить буду по классике. Один крючок, червячок. Вот это вот у меня самодельный аттрактант. Чеснок с укропом. Сейчас проверим, как на него будет клевать. Настойный на спирту. Чуть-чуть замесил прикормки. Здесь у меня самодельная вместе с Дунаевым. Сильно закармливать не будем. Вот такие вот шарики. Сейчас раскидаем чуть-чуть. Так, ну вот, друзья, расположились мы. Закинули две поплавочных удочки. Место немного закормили. Одна слабенькая поклевочка у меня уже была. Но пока ничего не поймали. Сидим, ждем. Сейчас буду испытывать свой спиннинг, который позавчера сделал. Ну, пока что попробую порыбачить тут из-за кустов. Мормышки не покидаешь. На поплопоппер. Тоже на самодельный. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Нацепим парика. Такой вот мелкий крючок заглотыш. Такой вот поплопоппер. По крайней мере, поплопоппер фигачит хорошо подали, ну, вдаль. Легко забрасывать. Друзья, вы сейчас будете ржать. Я поймал на поплопоппер. Гальянчика, кстати. Блин, давно уже их не ловил. Я думал, их всех уже ротаны повыбивали. Вот такой вот гальянчик. Отпускаем. Вот такой вот, друзья, начался дождик. Я вот так вот накинул на себя целлофановый дождевичок. Но ничего, сидим дальше, продолжаем рыбачить. Корефан тоже утепляется. Карасей пока не видать. Ха, еще гальянчик. Дождь идет, а мошкам вообще все нипочем. Грызут. И никакие средства не помогают. Погода, как видите, на улице градусов 25. Дождик такой легенький моросит. Сегодня на весь день такую погоду передавали. Ну, в общем, кайф сидеть на берегу. Не жарко. Все ништяк. Вот такой вот гальянчик еще попался на опарыша. Не успел заснять, правда, как его вылавливал. Но поймал. В общем, друзья, время уже 10 утра. Сидим мы здесь с 7. Ну так, с десяток гальянчиков поймали. Один ротан попался. То есть думаем сейчас двинуть на опь. Там все-таки и хищник есть, и рыбы посерьезнее. Так что смотрим дальше. Мы перебазируемся на новые места. С
здесь скучно. Вот, друзья, подошли мы, короче, к Аби. Вот такие вот резкие ступенечки, но не навернуться бы. Прям резко все так. Течение сильное. Вон напротив остров Кораблик называется. Выберем место. Ну вот заливчик вроде. Нам надо где поменьше течения. У нас снасть это для озер были. Ну, в принципе, что-то там сейчас соберем. Во-во-во, вон туда, к клену. Вон, где чайки ходят. Итак, друзья, вот определились мы с местом. Здесь вот, наверное, и будем рыбачить. Так, вроде место перспективное, такой небольшой заливчик. Посмотрим, что здесь поймаем. Итак, на один крючок вот насадил жирного червя. На второй сделал бутерброд, кусок червячка и три опарыша. Прикормка у нас, конечно, озерная. Не рассчитывали мы сегодня сюда приехать. Карп-карась. Ну, посмотрим. Я еще там своей маленько подмешал. Оставалось в прошлой рыбалке. Ну все, ловись, рыбка. Большая и очень большая. Нашел, походу. Завел. Все, траву завел. О, первая фанерка. На опарыша. Маленький. Но первый сегодня здесь. Не успел, друзья, включить камеру. Ну вот, была поклевочка, поймал первого окунька. Кормушка пустая, второй крючок тоже пустой. Шлюзы начали сбрасывать воду. Поднялось сильное течение, и вода прибывает сантиметров по 20 за полчаса. Поэтому далеко сильно кидать не буду. Вот так вот. О, друзья, вот это вот уже хороший трофейчик. Вот это вот уже зачетный окунек, да. Кстати, у меня на верхнем крючке, как вы видите, опарыш, а на нижнем был бутерброд, то есть червь с пенопластом. Такой окушок уже радует. Уже не зря приехали. Ловись, рыбка большая и очень большая. Далеко не кидаю. Вот видите, там бровка, там дальше течение сильное. Начинает кормушки сносить. Вот этот. Ёршик, да? Ну что, друзья, время близится к 4 вечера. Шлюзы, как вы видите, так и до сих пор сливают воду. Поклевок практически ноль, только ерши помаленьку долбят, сбивают наживку, насадку. Больше никаких результатов. То есть, вот, как вы видели, там с утра маленько гальянов мы поймали. Тут я пару окушков поймал, и все, после этого полная тишина. Спиннинги стоят. Вот на том у меня... Живцы, гальяны как раз стоят, ни одной поклевки. Так что будем собираться мы домой. Все равно время провели классно. Отдохнули вообще от души, шикарно. Вот на пасашок, друзья, уже домой собираемся. Чебачок и кто там? Ёрш.
завсегдатай. Ага.